Всем привет, друзья! С вами Закупыч, это ваша любимая рубрика «По ссылке от подписчиков». Вы посмотрите, какая необычная посылка пришла. Она в огромном пакете, но не особо большая коробка, и весит она очень легко. Интересно, что там внутри. Итак, у нас она приехала от Андрея от города Москва. Вот. Москва, Андрей, привет. Вот. Возможно, Андрей — это папа, возможно, брат, не знаю. Короче, надеюсь, там будет письмо внутри. Давайте открывать. Так. Адрес, куда вы можете присылать ваши посылки, находится в описании к видео. Так, кто это? Это какой-то красный кот? Что-то знакомое. Смотрите, какой котик. А, ребят, еще у меня есть цель до Нового года собрать 1 000 000 подписчиков. Так что, пожалуйста, если смотришь это видео и не подписался, проверь, пожалуйста, подписался ли ты. Подписывайся, ставь лайк и пиши комментарий, как бы ты отметил 1 000 000 подписчиков у себя. Вот в ТикТоке, в Телеграме, там, я не знаю, в Инстаграме. Вот интересно, как бы вы это отметили. Итак, открываем коробочку, и там инструкция. Привет, меня зовут София Лексикова. О, София, привет! Это получается у нас София из Москвы. София Лексикова, мне 7 лет, тут есть тебе Валя Миланя. Ага, то есть это и Миланя, и Валь. Там все, там больше ничего внутри нету. Просто интересно, просто постоянно кажется, что там что внутри. Не, больше внутри ничего нету. Итак, это походу какая-то игра, да? Инструкция. Открой наклейки, открой конверт, где наклеена картошка фри. Дай Милане на квест, где наклейки киска-кити. Угу. Дай Вале конверт, где наклеена наклейка капончик. А, пончик. Так, ладно, открой наклейки. Так, это Закупычу написано. Это написано Милане. Это наклейки. Это Валя, пусть Валя откроется на своем канале. Сама на своем канале. О, все, Валя мы даем ей, к ей на канал. Так, это наклейки, это я должен открыть. Давайте, давайте сделаем это. Слушай, какие-то квесты в посылке от подписчика, интересно. Поэтому, смотрите, посылочка легенькая, но зато там много смысла в ней. Так, ага, вот они наклейки. Смотрите, это кто это? Это кто это? Это дельфины, да? По-моему, это дельфины. Так, наклейки дельфины. Так, наклейки открыл, теперь откройте, где написано Закупычу. Открываем, где написано Закупычу. И что мы там видим? Воу, да тут вообще море всего. Тут Шопкинс. Так, это знак вопроса. Это начивки 2 Among Us, скрепыши блестящие и шопкинсы. О, ну давайте открывать шопкинсов. Аккуратненько. Слушай, какой хороший скотч, его невозможно прорезать. Так, это у нас получается шопкинс по ссылке от подписчика. Шопкинс, Шопкинс. Смотрите, это газонокосилка Шопкинс. Это прикольно. Я даже, где-то у меня есть коллекция Шопкинс. Наверное, я думаю, пора их собирать в отдельную баночку, чтобы была отдельная коллекция Шопкинс. Так, скрепыши блестящие. Так, опять же, надо как-то аккуратненько это все открывать, чтобы никого не порезать. Так. Ха-ха, приколюха. Смотрите, это скрипыш, она сама наклеила ему глазки. Смотрите, это наклеенные глазки у скрипыша, прикольно сделано, да? Да, и он реально приклеивается, то есть здесь, видите, двухсторонний скотч сзади. Так, один глазик отвалился, извиняюсь, вот ненадежный глазик был. Так, это у нас наклейка кроссовки. Что за кроссовки? Тинькофф.ру. О, это наклейки от Тинькова. Ничего себе, вы получили от Тинькофф наклейки в подарок. А мне не дали, когда я оформлял. У меня и ИП в Тинькове, и карта в Тинькове, и наклеек нету. Тинькофф жадина. Так, начивки 2 Among Us. Так, так, а тут, по идее, просто открывается вот здесь какой-то номер. Открываю. Угу. Вся коллекция выглядит вот так, а мне выпадает Among Us пчелка. Кстати, прикольно она нарисовала Among Us пчелку.
Смотрите, они там жрут друг друга. Вот есть даже Among Us. Представляете, были бы такие скрипыши или какая-нибудь коллекция Among Us, где может выпасть тебе половина Among Us-ера, половина космонавта, типа откушенная. Прикол Дессина. Так, Шопкинс, еще одна. Открываю. Чик. Тут надо аккуратненько, не надрезать. И там мне выпадает платье. Вот такое зеленое платье из фильма практически... Ладно, не буду говорить, какой фильм. Так, во, вот такое зеленое платье. Так, и вот это, под знаком вопроса, это, наверное, прилипало. Потому что я чувствую, что там прилипало. Так. Да, и это прилипало, по-моему, даже из разных сезонов. Там больше нет ничего внутри? Нету. Это прилипало, по-моему, четвертый сезон, вот эти, которые были овощи, фрукты. А, нет, третий сезон, по-моему, третий. А это прилипало уже второй сезон, подводные монстры. Вот, второй сезон прилипал. Нет, то, наверное, был четвертый, а вот это второй точно. О, вот такой. Так, и остается у нас конверт для Миланы. Наверное, для Миланы давайте я открою. Вот, потому что Милана сейчас в школе, ей некогда открывать. Так что придется мне открыть. Тут, смотрите, наклейки Hello Kitty, яблочки, всякие гитарки и приколюшки. София, большое тебе спасибо за посылку, своими руками сделанную. Так. Ага, здесь опять сюрприз-бокс. Так, скрипыши 4 для Миланы. Открываем. Чик. Я очень аккуратненько. Ой! Скрипши 4? Да. Там выпали, подождите, сейчас я подниму. Там выпал скрипыш 4. Так, здесь, смотрите, это новая коллекция от магазина Магнит. Теперь со скрипышами идут вот такие наклейки. И со скрипышами идут, разумеется, скрипыши. Вот такой скрипыш, который влюбился во всех. Смотрите, вот такой циклоп. Я бы его назвал романтичный циклоп этого скрипыша. Видите, у него сердечко вместо глаза. Так, следующее «Открой» просто написано. Открой! Так, смотрим. И... Там свинка Пеппа. Но это не свинка Пеппа, это мама или кто это? Это царица свинка в короне. Милана будет рада. Я ей обязательно все эти игрушки передам. Вот. Так. Просто Милана пока в школе. Ей некогда отвлекаться на игрушки. Пускай занимается. Так. Это, по-моему, киндер. Что это? А, это киндер-сюрприз, помню, были такие танцоры, типа девочка и мальчик вместе танцевали, они вставлялись в такой специальный пьедестал, который крутился как волчок, как Бейблейд. Смотрите, вот такая невеста у нас получается, которая крутится в платье. Белое платье. О, что у нас там осталось? Еще скрипыши 4 остался? Или это просто бумажка осталась? Ну-ка, открываем. Так, подожди, скрипыши с этой стороны лежат, по-моему. Так... Под открываем. Ну же. Так. Здесь опять наклейки. По-моему, это повторки нам выпали. А, не, наклейки другие, значит, не повторка. Так, и здесь выпадает... Кто это? Слушай, как ты умеешь так рисовать мелко? Очень мелко рисует человек. Это скрипыш Соня. Слушай, за креатив, за скрипышей прям лайк. Мне больше всего понравился креатив этих скрипышей. Ну и, разумеется, Шопкинс в мою коллекцию отправляются. Надо будет отдельно их собирать теперь в отдельную коллекцию. София, большой тебе привет. Москва, привет. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Миллион лям до Нового года. Помните, надо собрать лям до Нового года. Поэтому помогите мне, пожалуйста. Пока.